Приветствую вас на канале Самоделушки. Сегодня мы смастерим корзину для рукоделия. Нам потребуются швейные нитки, нитки для вязания крючком, любой быстродействующий клей, лоскутки небольшого размера, ножницы, булавки, тесьма и любого диаметра крышка. Наклеим тесьму. Желательно, чтобы тесьма была такой же ширины, как высота крышки. Обрежем излишек. Хорошенечко зафиксируем край. Сформируем несколько клубочков. Нам потребуются клубочки разного размера, побольше и поменьше. Чтобы клубок не распускался, кончик заправим с помощью крючка. Вырежем несколько лоскутков. Вклеим лоскутки в нашу корзину. Вклеим также клубочки. Сделаем нитки мулине. Намотаем на палец обычную швейную нитку. В середине намотаем большое количество нитки перпендикулярно. Отрежем нитку. Зафиксируем. Завяжем. Сделаем несколько моточков. Разместим их в нашей корзине. Зафиксируем их при помощи клея. Воткнем две булавки в один из клубков в качестве спиц. Чтобы заполнить пустоты в нашей корзинке, добавим туда небольшое количество нитки. Ну вот и все. Рукодельная корзина готова. Всем приятного творчества и до встречи в следующем видео.